Доброго всем, мэры и господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием City Skylines. Ну что ж, строим потихонечку, строечки идут с разных сторон. Ну, короче говоря, у нас есть очень много теперь плохих таких зон, так называемых, да, с плохой экологией. Мы в прошлой серии что с вами сделали? Мы с вами избавились от, можно сказать, канализации, да, мы их далеко от всего этого убрали, и теперь здесь вообще проблем не должно быть. Потому что здесь у нас такой мини-остров. Город называется Ласримасита. Будем продолжать строиться. Надеваем строительные каски, всем приятного просмотра. Так, нефтяночка у нас тоже, в принципе, работает. Везде хватает рабочих, но где-то местами не хватает, например, рабочих мест есть, вот именно... клиентов тоже местами не хватает. Поэтому будем строить дальше, больше. И с каждой серии, с каждым выпуском у нас город увеличивается. Я не знаю, что это с этой горой делать, если честно. Ну да ладно. Кстати, я здесь пожарную станцию поставил. Ну, на всякий случай, вдруг тут пожар произойдет и еще что-то. В общем, тут даже, смотрите, полицейская машина начинает патрулировать эти улицы. По всей видимости, здесь какая-то проблема с законом. Нет, они просто проезжают мимо, ведут патруль. Я видел кое-какие комментарии. Ребята говорят, что Рима, сделай побольше перекрестков, либо каких-то, либо там развилок. Потому что машины через двойную сплошную, они не могут разворачиваться, да? Можно, почему бы и нет. У нас, кстати, очень много развязок в последнее время стало. То есть здесь вот у нас, видите, подземная развязка проходит. Здесь идет перекресток. Все машины ездят, которые им, ну, все машины, которые, которым, вернее, нужно проехать, например, в эту часть города, они пользуются одной дорогой, подземной дорогой. Вот, например, эта дорога. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Так, подождите. Что-то мне пейдж... А, пейдж, да, мне работает. Это что такое-то? Ой, как странно. Подождите, стоп, почему у меня пейдж даун, пейдж ап не работает? Я просто хотел проложить дорогу. А может быть... Это... А, вот. Оказывается, я не ту дорогу выбрал. Оказывается, та дорога, она не прокладывается. Вот, смотрите. Вот они, мои подземные ходы. Многие спрашивали показать, как это выглядит. Здесь у меня стоит перекресток. Под землей машины ездят, например. Здесь вот они тоже на перекрестке пересекаются. Кто, кому нужно сюда доехать, он сюда и доезжает, да? Здесь у нас как раз аэропорт. Вот здесь вот. Да. И вот эти вот машины, например, вот это что такое? Такси, да? Новый жук. Машина называется. Нет, это не такси, это какая-то женская машина. А этот жук свернул сюда, значит, ему надо вот эту часть города. Кстати, мы вроде бы с вами строили новый этот, да, район такой небольшой. И где-то у нас нет, например, автобусных остановок. У нас их очень много, сразу отмечу. Но так или иначе, эти остановки нам нужны. Ну и, конечно же... В последней серии мы с вами построили вот этот вот город. Здесь у нас такая, знаете, небольшая деревушка. Центральная больница большая. Пожарная станция тоже довольно большая. Ну и полицейский участок маленький. Большой не стал ставить, потому что он, в принципе, здесь не требуется. И как раз здесь у нас сельское хозяйство. Правда, здесь не хватает рабочих. Без образования обычно рабочие здесь нужны, да? С образованием, с высшим образованием один человек есть, а требуется 0. Ну и без образования 16 требуется, а у нас вообще 0. Вот здесь вот как раз нужно немного поработать. Все-таки я, наверное, сейчас сделаю отсюда небольшую такую развилочку. Если, конечно... Хотя, стоп, у нас будет очень много проблем с... Ладно, давайте вот так вот сделаем тогда. Вот так вот. Так. И вот такую вот небольшую развилочку. Здесь у нас будет опять жилой комплекс. Ой, блин, как эти дороги неровные прямо остались у нас. Ну что, в принципе, пойдет. Ладно, для сельской местности поставим сюда парк. Ботанический сад ставить не будем. Парк в угол для собак. Здесь делаем. Воду проводим. Воу, вот посмотрите, как это все аккуратненько и красивенько, да? Ну и, конечно же, строим дома для новых жителей. Деревни Римас Ласримасита, да?
Так, и можно, в принципе, местами поставить магазины всякие тоже. Сюда один магазин. Вот сюда. Возможно, у меня даже очень много магазинов, да, становится. Ну да ладно. Так, хорошо. Нужно ждать больше ребят. Кстати, мы здесь автобус тоже не провели, да? Давайте пока что наши ребята будут здесь заселяться. Что у нас там, кстати, с электроэнергией? Нормально, с водой, с отоплением. Прекрасно, доступно с канализацией. Скоро будет у нас проблема, поэтому канализацию нужно дополнительно ставить вот сюда, потому что наши дорогие жители любят немного покикать. Особенно в комментариях. Поэтому нужно не забывать про это дело. Ну и мне кажется, водосточную... как ее называется-то это? Водонапорная башня. Все-таки эту башню нам надо тоже как-то перестроить, что ли. Либо еще что-то сделать. У нас вся вода добывается непосредственно из земли. Водонапорную башню тогда давайте одну поставим сюда. И все остальные переставим. Потому что вот здесь вот они нам не нужны. Я остановил игру, да? Вроде бы, да, остановил. Вот сюда, прям возле горы. Возле Горыныча. Ух ты, ё-моё, сколько их тут ставить-то будешь? Их, мне кажется, проще снести. А вообще, можно было, в принципе, воду добывать из моря. Ее фильтровать, конечно же, чтобы она была пресной. И все. Так намного легче будет, и мы будем меньше содержания платить за эти движухи. Хорошо. Здесь мы это дело удаляем. И ставим простую. Вот такую замыкающую. Нет, вот так вот лучше поставим. Отлично. Все. Так, мы остались без воды. Друзья мои, мы остались без воды. Вот я, в принципе, знаете, что решил сделать? Я решил это вот дело удалить и поставить лучше вот такую вот. Вот такие вот штучки. Вот эти штучки как раз, смотрите, какая-то... Такое ощущение, вот здесь у нас какая-то воронка, да? Я, конечно, буду надеяться, что... Кстати, это что такое? Вот эти вот штучки вообще большие, да? 17 тысяч стоит. Сколько они добывают? Скорость забора 384. Здесь у нас 120 тысяч. Я просто не привык, не люблю ставить модифицированные вот эти вот станции, потому что у меня бывает игра вылетает, потом еще что-то. Хотя вот буду надеяться, что эта штука нам мешать не будет. Ну что ж, ладно, давайте тогда вот здесь вот поставим две штуки. Надеюсь, хватит. Надеюсь, хватит пока что на первое время. Если не хватит, мы сразу переставим. Ну что ж. Соединяем. Электроэнергию нужно нам подключить, конечно же. Здесь она не подключится, да? Как же это плохо. Как же это досадно прям. Эх. Все-таки ладно. Рискну. Вот здесь вот у нас с экологией хорошо. Давайте. Я просто не хочу. Я вот этот город хочу здесь застроить. Этот берег. На берегу моря твоего. Что я делаю? Чего я делаю, ребята? Я просто, знаете, почему здесь сюда подключу? Потому что здесь у нас уже электроэнергия проведена. А так вот. И отсюда вот тоже можно провести. Вот так вот, видите, вот это вот уже другое дело. Намного красивее выглядит, да? Ну и аккуратнее. Так, ладно, запускаем шарманку. Смотрим, сколько у нас там воды не хватит. Эти две водонасосные, да, они затащили каточку. Они выдерживают. Так себе выдержат, можно, в принципе, еще и третью поставить. Третья у нас будет стоять прямо рядом, вот сюда. Вот здесь вот. Ну чё, вроде бы все нормально. Так, а чё у меня-то... Тихо.
Так, получается, мы с вами решили, в принципе, одну проблему. Это хорошо. Сократили, как говорится, свои расходы немного. 18 924 евро у нас за каждую неделю мы получаем доход. Кстати, вот, вот здесь вот беда. Беда, ребята, беда. Я хочу избавиться от этого кладбища, но мне надо, кстати, все-таки найти время и временно выключить этот мод, который автоматически опустошает, очищает эти свалки и кладбища. Так, здесь у нас проблемы с электроэнергией. Надо временно сюда вот поставить все-таки вот это вот дело. Поставили? Ну, встали. Встали, дорогие друзья. Ай, какая красота. К нам не хочет никто заезжать, конечно же. Придется политику делать. Политики без образования делать, потому что здесь у нас сельское хозяйство. Долой образование. Школы достаточно. Бесплатный общественный транспорт. Поддержку образования не будем делать, конечно же. Так, переработка отходов. Пока что политику сделаем. Небольшое снижение налогов, но так или иначе это будет намного лучше, чем скопление мусорок всяких будет, да? Тем более у нас мусорки здесь вообще не находятся, не стоят нигде. И эти гребаные отходы, они очень сильно влияют на экологию. Переработка отходов. Ну что ж, погнали автобусы делать. Что теперь делать-то? Нам надо найти вот эту вот большую автобусную остановку. Где у нас автобусная остановка-то большая? Хотя, с другой стороны, мы могли бы еще трамвайную дорогу сделать. Подождите, у нас где-то здесь автовокзал был. Я уже не помню, куда я его воткнул. Если честно. Так, это у нас не то. Не то, он где-то вот возле этого берега находился. Дайте вспомню. Дайте, дорогие друзья, вспомню. Так. Автобусных дорог, конечно... Полно. Вот нашел. Да, вот. Вот отсюда. Так, и... И вот здесь вот останавливается. Обалдеть, как он круг делает, конечно. Нормально круг делает, да? Так, на кольцевой, например, ставим суды. Суды. Вот суды останавливается. И обратно едет домой. Так, где? Ай, душу мотал, где ты? Так, это у нас железная дорога. Ну! Господи, где я потерял-то? Вот он, вот он, вот он. Все, нашел. Все, и у нас здесь заканчивается. Сейчас маршрутки поедут, дорогие друзья. Сейчас они поедут. Где тут у нас... Голубой цвет. Так, не тот. Не тот. Вот он, голубой цвет. Сейчас посмотрим. Уже один человек, уже, короче говоря, зарегистрировался, да, и купил себе билет. Автовокзал работает. Очень много автобусов тут сюда заезжают. Это хорошо. Очень много людей, кстати, пользуются маршрутом, 20-м маршрутом. Это у нас автобус маршрут 20, да? Только вот, вот здесь вот еще сюда техника не приехала. По всей видимости, она еще едет, эта техника. Обалдеть, сколько народу. Вы посмотрите, как это... Автовокзал-то как у нас пользуется популярностью, да? Так, ладно. Помимо автовокзалов, нам надо еще простой автобусный маршрут поставить. Простой автобусный маршрут тоже будет идти. Начинаться отсюда. Создать, добавить, добавляем. У нас здесь преступность, кстати. И всех будет развозить на работу. На работу, на работу. Так, и заканчивается маршрут вот здесь вот. Ну давайте, ладно, все-таки... Здесь поставим еще один. И вот сюда. Все. Прекрасно. Так.
Света такой. Это такой. Нормально. Для сельской местности сойдет. Так, ну что ж, нам надо еще железную дорогу построить. Потому что это у нас вообще другой город. Другие правила. Нам надо сейчас сюда, вот сюда, вот сюда. Железнодорожная станция. Надеюсь, все пойдет нормально. Тем более у нас здесь линия проходит рядом. Слушайте, эту станцию, по всей видимости, я сюда не поставлю, наверное. Ну-ка. Придется земли выравнивать. Почему такой слишком крутой этот склон, ебаный? Стоп, подождите, вот сюда точно мы поставим. Да, поставился сюда. Самое главное не бояться. Когда что-то строишь, не бойся никогда. Ух-ху-ху-ху-ху. Вокруг этого всего у нас будет проходить железная дорога. Вот так вот. Все, заработал? Заработал. Вокзал заработал? Вокзал заработал. Все-таки придется, наверное, вот здесь вот расчистить. Увеличить, да? Сейчас посмотрим. Я вот так хочу сделать. Нет, здесь не получится. Во! Вот это другое дело. Так, ну, у нас здесь преступность почему-то увеличивается. Я не знаю почему, вроде бы я поставил полицейский... Ага, здесь у нас полицейские к нам не доходят. Нам надо сюда полицейский участок еще поставить. Вот так вот. Ну, давай. Патрульная машина. Выезжай. Что-то вы не туда поехали. Попутали, что ли? Куда же вы поехали-то? У вас что, там вызов, да? Подальше от нас. О! Настоящая полицейская машина. Бэм! Сбил. Смотрите, там туристы какие-то пришли. Видите, какие ничёжные прям тёлочки. Подкатили к нам. 911. Я вас слушаю. Так, хорошо. Это прекрасно. Это мы с вами сделали. Поезд с вами сделали. Я имею в виду вокзал. То есть это у нас теперь будет связь со внешним миром не только через вот эту вот развязочку, ну и, конечно же, и сюда. Так, у нас здесь отлично. Вот она еще полицейская машина поехала. Забрала заключенного. Загрузка 0%. По всей видимости, она его чпокнула, не забрала, потому что его с собой не забрали вообще. Так. Тудух, тудух. Тудух, тудух. Ну что там, где поезда-то? Давайте ускорим время, хрен с ним. Я не знаю, стоит ли вообще делать маршруты поездов, потому что из этих маршрутов у нас могут быть кое-какие проблемы с пробками. Именно железнодорожные пробки. Я уже сталкивался с этой проблемой раньше. Блин, сколько тут поездов, конечно, очень много. Очень нам она много. Рабочих не хватает, ребят, рабочих не хватает. Это очень плохо. Это очень плохо. Так, ну ладно, давайте тогда соединим эту дорогу с этой дорогой. Вот так вот. И расширим ее. Иди сюда, короче. Вот здесь вот работайте. Да что ты... Такие злые прям на Римаса, то что вот, убрали полицейский участок, а дальше? Римас любит преступность, да? Так, хорошо, здесь у нас все нормально. Ну, я вот такое, знаете, расширение сделал небольшое, потому что, ну, мало ли что. Чтобы всякие службы до нас добирались, кстати, по... А что по поводу служб? Я же забыл кое-что сделать. Нам надо дорожные службы сюда поставить, именно в этом... Где, потому что, видите, они не доезжают сюда вообще. И ремонт дороги сделать они не смогут. Поэтому нужно... Нужно вот сюда, наверное, ее поставить. Вот так вот. Все, машинки, поехали. Выезжайте.
Отлично. Первая ремонтная машина поехала. Депо дорожной службы. Вторая. Третья. И у нас, кстати, мусоровозы уже начинают потихонечку разъезжать. По идее, я не понимаю, откуда они... Они же до сюда не могут доехать-то. Что тут у нас полиция опять? Полицейские. Давайте вам тогда центральное управление, что ли, сделаю. Душу вашу мотал. Нет. Нет. Рано еще. Слишком много денег придется им платить за это дело. А полицейским деньги нужно платить аккуратно. Ну, давайте еще магазины сюда поставим рядом с этим вокзалом. Хотя, стоп, эти магазины здесь не нужны. У нас здесь, в принципе, нормальная земля. Кстати, вот первый поезд приехал, дорогие друзья, смотрите. Он там отгрузил, загрузил кого-то. И эти кто-то... Короче, с сумками в руках куда-то подчалили. Нам надо сюда опять автобус-остановку сделать. Не то. Нам надо... Не сделать ее, а просто ее, наверное, продлить. Вот сюда провести. А что я не могу ничего делать-то? А, господи, это же трамвай. Во, 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 во. Так, переместить. Вот здесь вот, напротив вокзала. Все. Все, мы поставили его напротив вокзала. Теперь у нас есть два маршрута. Внутренний маршрут и, конечно, внешний маршрут еще. Кстати, вот смотрите, видите, автобус едет, заезжает в наш город. Именно этот автобус. Сколько тут пассажиров? Пассажир 1 из 30. Что-то один мало всего лишь, один пассажир. Ну, сейчас он должен заехать. Да, он заезжает. Вот в этот. Вот в эту деревню, которую я создал. Заворачивает и начинает высаживать либо. Кстати, они очень быстро передвигаются, это автобусы. Междугородние. Оп! И все, он пустой, что ли, никого не забрал. Что-то, мне кажется, он мало популярностью пользуется. Здесь вот тоже они газель 3221. Заезжают. И здесь у нас два пассажира из 7. Они привезли двух пассажиров, ребята. Здесь у нас 0. Вообще никого нет. Обалдеть, сколько тут машин, конечно. Опять тот же газель 3221, вернее. Да. Ну, это, по всей видимости, первый поток пошел. То сейчас оно, как говорится, округлится и уже будет стабильно. Стабильное количество. Обалдеть, сколько я автобусов пустил. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, это вместе с газелями, да? 15, 16, охереть, это просто жесть. Ладно, ладно, они сейчас рассосутся по городу все. 17, 18, короче, очень много этих автобусов. Ну, наша задача, вот они, кстати, внутренние автобусы, пассажиров 8 из 30, 4 из 30. Здесь у нас 2 из 30. Два пассажира. Ну, ничего страшного. Кстати, хорошая улица, да, такие, смотрите, подъемные. Если у вас машина, конечно, с автоматической передачей, да, то... Обалдеть, сколько тут народу. Куда они все собрались-то? Это, походу, в город, да, все? Посадка, высадка и в пути. А что они стоят-то? Кого они ждут? Вот они кого, они ждут, смотрите, они ждут этот автобусный маршрут непосредственно междугородний. То есть они в город, в другой город едут. Вот оно что, смотрите, вот этот вот автобус пустой почти, да, 5 из 30. Совершенно пум, полный будет. Охереть, 30 из 30, то есть в обратную сторону. Все, короче, уезжают с этой дыры, с этой деревни. 10 из 7. 10 пассажиров из 7. Вы представляете, представьте, как мододел просто троллит нас. То есть газель просто перепон. Там задница, походу, из газели вылазит. Как на той фотке. Да, да, нормально. Бим! Во, забрали, забрали. Смотрите, как толпа прям залетает. Сейчас они, походу, очистятся все. Так, 30. Хупа! Опять как пылесос. Еще. Оп! Раз и на матрас. Вот так вот забирают людей. Вук.
10 из 7. 30 из 30. Оп, все, уже почти пустые, да? Да, да, смотрите, какая красота, просто невероятно. Опа, все, мы всех собрали. Сейчас старик тоже, наверное, зайдет. Хоп, хоп, хоп. Ну что ж, нормально. По всей видимости, мы затащили каточку. Здесь еще очень много автобусов заезжают, да? Нам надо как-то, знаете, между ними сделать какое-то расстояние, какую-то паузу, чтобы у них, как говорится, ну, чтобы прям там не в течение там 30 минут там приехали все автобусы и уезжают. Потом там раз, полдня прошло, все ждут этот автобус, а опять потом в течение 30 минут опять все приехали. И чтобы этой толпы не было. Чтобы люди как-то могли комфортнее себя чувствовать в этом плане. Вот видите, у нас здесь рабочих не хватает вечно. Хотя, смотрите, вот мои действия, да, там один из 16 рабочих именно без образования. У нас образования очень много, с высшим особенно, да, а вот без образования никак. Дойти я не могу. Ладно. Время пройдет, как говорится, мы чем-то решим. Ну что ж, ладно, друзья, в общем, вот так вот. Сегодня мы с вами опять с этими автобусами, с маршрутками немного разобрались, конечно же. Будем бороться с... Да, нам надо, короче, мне кажется, гастарбайтеров сюда уже возить, потому что мои ребята работать не хотят. Буду возить, короче, гастарбайтеров всяких, чтобы они зарабатывали, чтобы они работали. Вот у меня нужны рабочие. Все хотят сидеть в офисах, ёптать. А вот свиней там, либо коров доить там, да, никто не хочет. Это плохо, это плохо. Это, кстати, реальная проблема. На государственном уровне. Ну что ж, дорогие друзья, была очередная серия игры под названием City Skylines. С вами Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем вам удачи. До скорых встреч.